сейчас, кто пришел на показ Милен Фармер, громко похлопают, покричат и заявят о себе. Я вас поздравляю с тем, что такой прекрасный вечер, что в таком замечательном кинотеатре IMAX будет показ концерта. Мне кажется, многие даже не могли представить себе, что такое вообще возможно. И вот этот вечер настал. Мы все очень ждали с нетерпением. И сегодня наша программа начинается выступлением замечательной певицы из Кубы, которая специально для этого вечера подготовила репертуар Милен Фармер. Встречайте, Эленис! Показ прям сейчас готовится.
призы нашим остальным конкурсантам. Кто назовет мне, какая песня, Милен, прозвучала на концерте первой? О, я думаю, Лида, мне кажется, подняла первую руку. Афоздор. Афоздор. Вы правильно, аплодисменты? Это был очень простой вопрос. Под какую песню во время таймурса, соответственно, впервые на сцене появляются танцоры? Одновременно подняли руку. Прям даже не знаю. Ну, Ангид уже отвечал за эти возможности. Бежурне, супер! И заключительный вопрос. Сколько у Милен во время таймлас было, не то чтобы подумали, костюмов? Да. Четыре костюма, правильно? Все, помогите. Не четыре? Сейчас будет раз, два, три, четыре. Неправильно, неправильно. Кто еще? Действительно, шесть. Ладно, я обманула. Шесть. Ладно, в общем, вы все супер. И последний приз. Я приглашаю всех на Милену пати. Не пропустите информацию ВКонтакте. Буду рада всех, кто там видит. Всем спасибо. До свидания. Показываем практически все, можно сказать, концерты известных исполнителей. Из последних это группа Muse, потом Aerosmith были, Кайли Миноу также у нас было. Особенно очень необычным был, когда был показ Цоя, и Милен Фармер тоже, как не исключение. Но почему-то изначально, как было у многих кинотеатров, недоверие к данному концерту. Ну, не думали, что он соберет большое количество поклонников, но после того, как увидели наши продажи, все начали другие кинотеатры Москвы также открывать сеансы. Я не могу себя считать поклонником Милен Фармер, но посмотрев концерт, я в восторге, отлично вообще. То есть, посмотрев, вы почти стали поклонниками. Можно так сказать, да. Его нельзя назвать концертом, это реально полуметражный фильм, потому что довольно-таки завораживающе все выглядит с экрана. Как вам просмотр? Все рыдали, мы все размазанные сидим. Вообще очень классно, очень понравилось. Шикарная съемка. Весь концерт. Вообще, да, мы много плакали. Подняло все те эмоции, которые мне кажется, были. Я себя ощущала, вот голов не видно, видно Милен. Я себя ощущала просто как вот, как в зале практически, как в Париже. Я заметила много нюансов, которые я не видела на самом концерте. Как будто побывали на концерте. Вообще надо было стоящие места продавать, так танцевать хотелось. Милен на таком огромном экране впервые. Мне показалось, немножко сузили экран. А так Милен богиня. Очень много панорам. Не всегда можно было на концерте посмотреть как бы общую картину, Милен сидя где-нибудь более в углу. Четко. Это плюс, да? Да, еще крупные планы Милены, это, конечно, тоже очень важно, потому что Милена очень красивая, на нее очень приятно смотреть. Мне показалось, что я прям как будто на концерте была, вот сохранилась та атмосфера, которая была именно в зале. Погружаешься в эту атмосферу, оно такое огромное, ты как сама прям там среди всего. Меня не понравилось туда полностью, все абсолютно, я ушла вся в экран. Отличие от концерта в том, что ты сидишь. Ой, появилась возможность рассмотреть все в деталях, в отличие от концерта. Это было круто! Охренительно просто! Роман, спасибо вам огромное за
показ в таком крутом кинотеатре и за полное содействие в организации «Вечер Милен Фармер» и его организацию. Огромное спасибо, что пришли к нам на наш импровизированный «Вечер Милен Фармер». Мы надеемся, что вам все понравилось, что для нас сделали. Мы старались и надеюсь, что в дальнейшем вместе с вами совместно мы придумаем подобные еще мероприятия. Я надеюсь, что в дальнейшем, если вам это интересно, мы также будем с вами сотрудничать и проводить подобные вечеринки, уже там более масштабные, возможно, даже. Ну, мы только за. Главное, чтобы это было согласовано со всеми инстанциями и не было никаких проблем. Ну, конечно, с нашей стороны будет все выполнено. И я думаю, если будет желание, мы всегда за что-нибудь новое и интересное. Желаю вам удачи и также... Молодцы, также встречайтесь именно. Вот, то есть я посмотрел, вы, у вас так много было народа, и вы все друг с другом знакомы, то есть уже так общаетесь. То есть молодцы.